Банде Гуру Падо Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитаананда Саходитам Си Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарано Дайам Гопиджано Самаюктам Бинда Банам Манухарам Ванчакалпатару Васчаки Пасинду Бевача Патитананг Павуне Бхавайшнавебхьо Наму Намаха Муканкароти Вачаланг Пангунланг Хетигрим Ятки Патамаханг Банди Парамананда Мадхавам Бриндавай Тулсиде Байпиявай Кешаваса Шна Вакти Паде Деви Шатта Баттой Наму Нама Нараяна Намаскитта Нарунча Ива Нараттама Девин Сарасватин Весам Тато Джайо Мудире Шанкиртане Кришна Като Падеши Гаури Апатрашо Пракасане Ча Шадану Ракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамодакша Джагодварана Дейям Сада Парибхавагнам Авиштудухам Тетхас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Витаттихам Панутопал Бхават Дипутам Банде Махапурушате Чаруна Равиндам Ятпада Паллавана Качандамани Чатая Биспуриджита Кимапикапападушва Дарши Пурнану Рагара Сасагара Сарумурти Сарадхика Майкада Кипам Курус Сри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сри Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Сри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Хиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Хари Аджану Ламбита Бхуджау Канака Бодату Шанкиртаной Капитару Камала Йотакшу Вишамбару Диджавару Джугадхар Мупалу Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дибба Рупам Муктинча Муктинча Дада Синитам Бхавану Рупе Насада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Вигуши Тавам Бхагам Нараяно Прияманангу Мада Пхарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Багиша Джушо Бхадане Лакшмир Джаша Чавакшаши Джасястихиде Самбир Твам Нишингамахам Бхаджи Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Хари Кармабалам Кармабалам Мака Кичит Кечит Гьяна Баламмака
Bayamtu Haridasanam Padatran Avalambaka. Karma Avalambaka Kachit Kachit Gyana Avalambaka Bayamtu Haridasanam Padatran Avalambaka. Gauriya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanto Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Paramahansa Jagadguru told that in Gaudiya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что в процессе вашего Харибаджана автоматически Лабхапуджа и Пратиштхана переходит. Вам не нужно думать, как получить ее. Это все автоматически приходит. Гаудия Гоштипати Шишила Бхакти Сиданта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Джагадгуру сказал, что в процессе вашего Харибаджана автоматически Лабхапуджа и Пратишта может прийти в вашу жизнь. Не нужно стремиться к каким-то дешевым вещам, тем более, которые сами приходят к вам. И вот Шрила Прабхупад дает наставление нам не стремиться к Лабхе Пуджи и Пратиште. И те, кто чистые преданные, В общем, Вадас Бабаджи Махарадж никогда не стремился к Лабхе Пуджи и Пратиште. Единственное, что у него было, это копина и емкость для воды. Шрила Гуркишвардас Бабаджи Махарадж, Парамхамса Ачарья Варья, он тоже никогда не стремился к славе и каким-то почестям. У него тоже ничего не было, только джапамала была. И таким образом, автоматически в вашей жизни все придет. Но те, кто чистые вайшнавы, они не заинтересованы в этих вещах. Я знаю много знаменитых вайшнавов во Вриндаване, Навадвипе. Вы не можете даже представить. Великие пандиты часы за часами могли говорить о Веданте, писать комментарии к Веданте. Все вайшнавы, пандиты, выражали почтение им. И давали какие-то титулы. И И вот если вы хотите получить преимущество моей харикатхи, вы должны понять суть. Я не стремлюсь к какой-то славе в Шичитанья Чайтамрите. Говорится, это природа пратишти. Те, кто не хотят, не те, кто не стремятся к пратишти. Пратишта, она сама буквально катается в пыли за ними. Она движется за ними. Но
И вот Пратишта Горки Шрадас Бабаджи Махараджа, она организована Гуранга Махапрабху. И вот все преданные все знают о Горги Шрадас Бабаджи Махараджа, хотя он никогда не был нигде, можно сказать, только совершал баджан свой здесь, но и слава о нем распространилась по всему миру. Также Шрила Прабхупад хочет предупредить нас, если Вайшнава Пратишта приходит в вашу жизнь, не надо пытаться ее как-то остановить. Если Вайшнава и Пратишта приходит в вашу жизнь в процессе вашей Гуру Севы, то пускай приходит. Она не, если вы полностью посвящены, посвятили себя Гурудеву, то она не заденет вас. В эту Пратишту предложите Гурудеву, Гурудеву самому Гурудеву, тот Шриле Прабхупаде, тот Бхактивинода Тхакур, и так это дойдет до самого Кришны. И поэтому, если Пратишта слава сама приходит в вашу жизнь, то можно принять ее. Шрила Прабхупад говорит, если я действую как ачарья и отказываюсь принимать вещи, как гирлянды и прочее, приходящее тому, кто действует как ачарья, то это лицемерие. Мы должны принимать то, что приходит. Но мы не должны мы принимать это все на свой адрес. Мы должны перенаправлять это нашему Гурудеву, нашей Гурварге. Второе, мы не должны конкурировать ни с кем. Чистые преданные, они, у них нет духа конкуренции с кем-то, поскольку есть вопрос конкуренции. Тут тогда зависть возникает. Почему зависть везде? Поскольку люди стремятся к Пратиште. И вот мало кто может избежать зависти. Если кто-то конкурирует с кем-то, стремится стать лучше других, то эти все материальные проблемы, естественно, приходят. Но Шрила Прабхупад говорит, как саду мы не должны завидовать кому-то, поскольку сердце саду, оно открыто. Их сердце настолько просто, настолько открыто, оно украшено качествами вайшнавов. И поэтому никакой зависти не может быть в таком чистом сердце. У них милостивое настроение всем, как в адрес всех обусловленных душ. Они всегда благословляют их, как они могут обрести высшее благо. Они благословляют всех. И такая милость гуру вайшнавов. И вот конкуренция может принести зависть, борьбу политическую и прочее, но как саду в Упанишадах мы находим такую прекрасную шлоку. И вот в Упанишадах мы находим такую прекрасную, изысканную шлоку. Jasmin sarvani bhutani atmaiva abhut vijanataha tatra ko shokko 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 ko moho ekattam anupashyata. A sadhu is not international. If I say a sadhu international is wrong, a sadhu is universal. Если кто-то говорит, что какой-то саду международный, то не совсем правильно, поскольку настоящий саду, он вселенский.
не надо подлинных садху ограничивать каким-то интернационализмом. Даже полубоги могут прийти к нему и просить о милости. Мы знаем, Дургадеви Майя пришла просить милости у Харидас Такура. Я не шучу. Это естественно. Вайшнава, их уровень настолько высок, даже полубоги время от времени они приходят и просят о милости. И вот вайшнавы занимают настолько высокое положение и саду. В тот день я уже говорил, несколько слог я не смог объяснить, я сегодня хочу хотя бы немного сказать о них. Титикшава, любые виды оскорблений, каких-то притеснений саду может потерпеть, но если кто-то говорит что-то против гуру вайшнав, И вот в Чайтанье Бхагавате говорится, даже Шанкар Бхагаван, что говорится о нас с вами. И вот здесь говорится, Шулапани значит, тот, кто держит трезубец Шанкар. И даже он будет наказан, если он оскорбит вайшнава. И никто не сможет спасти его с той или иной стороны. И вот если кто-то совершает вайшнава апарадху, то уже не будет никакого света в его жизни. И даже в начале читания Чайтамриты можно найти такие слова. И вот если кто-то совершает вайшнава апарадху, он теряет разум. Мы должны контролировать себя. Это природа вайшнавов, но вайшнав никогда не потерпит, если он услышит, кто-то оскорбляет под другого подлинного вайшнава. Это Сиддханта Шрилы Прабхупады. И вот entering into one cultivation field, a hathi can go on
all can crush down all paddy, wheat, all finish. И вот это Вайшнава Парадха сравнивается с сумасшедшим слоном. Когда сумасшедший слон заходит в чей-то огород, он все вытаптывает, все ломает. И что можно сделать потом? И это подобно Вайшнава Парадхе. И вот относительно Вайшнава Парадхи нет решения. И есть разные уровни Вайшнава Парадхи. То есть есть легкое, среднее, тяжелое и очень тяжелое. И что же делать? И вот саду даже, что саду даже, обычный человек не может вести себя так, что говорить о саду. И вот когда я смотрю на вас всех с беспристрастностью, как даршан Удав Махараджа, он может видеть Бхагаван, он находится в сердце Дурьотхана, и поэтому выражает свое почтение на Дурьотхану. Мы не можем поклониться Дурьотхану, он оскорбитель. Но наш Удав Махарадж выражает почтение. Он думает, что Бхагаван. То есть он не Дурьотха не кланяется, а Бхагавану, который пребывает в сердце каждой души. И вот в Гите также говорится, и я тоже видел один саду. Не знаю, что он делал. Я видел, что тут саду даже собакам кланялся. Я видел на Радакунде. И вот я вспомнил его. Достаточно давно было, даже он собакам кланялся, обезьянам, всем живым существам, приносил полные поклоны. И перед тем, как мы вступаем на путь Вайшнава Дхармы, мы должны выражать почтение всем, как Гуру Махарадж. Даже маленькие дети приходили к нему в комнату, он кланялся им первое. И это Вайшнава Дхарма. Вайшнава Дхарма не значит оскорблять кого-то. Но если кто-то искажает Сиддханту и занимается какой-то ерундой под именем вайшнавизма, то нужно возмутиться и пытаться исправить эту ситуацию. И вот когда я вижу весь мир в связи с Бхагаваном, когда я вижу весь мир с самадаршаном, беспристрастно я вижу Бхагавана в сердце каждого, и тогда я, несомненно, не буду враждовать с кем-то. Как в случае с Рунти Девом. Рунти Дев, он постился, тут принес кто-то ему тарелку просада, тут собака пришла, сказала, что очень голодная, он накормил ее. Он, хотя он долго не ел, но все же он считал важным накормить других сначала. То есть он чувствовал голод других, и поэтому не смог первый есть, он накормил просящих. И вот наш Васудев Датта, Гуру Паршат, он также
слезами на глазах, со слезами на глазах сказал: «О Махапрабху, спаси всех душ, присутствующих здесь, и отдай всех их грехи и оскорбления мне. Отдай результаты всех их грехов мне. Я хочу, чтобы они были спасены, а сам я хочу страдать за них. Ну, пожалуйста, спаси их». И Махапрабху засмеялся: «О, Васудев, когда ты думаешь, когда сам ты беспокоишься о том, как спасти всех этих обусловленных душ, то будь уверен, ваша твоя молитва, она может достичь сердца Кришны, и они будут спасены, поскольку это твое желание». И вот, когда какой-то вайшнав молится Бхагавану за меня, это более важно, поскольку если я молюсь Бхагавану, Бхагаван не услышит, обусловленная душа, ее молитва не может достичь Вайкунтхи. Но вайшнав, он может помолиться за нас Господу, и тогда Господь услышит его слова. Как здесь говорится: «Вайшнавира Видона Кришна Дуэмой Гену Памара Прати Хобина Судой». Если я могу найти гармонию во всем мире в связи с Бхагаваном, как я могу враждовать с кем-то, оскорблять кого-то, ненавидеть кого-то, если я чувствую, что Бхагаван внутри них, это невозможно. И вот чистые вайшнавы, они всегда выражают почтение и беспокоятся о всех обусловленных душах. Сегодня день Чандан Ятра. Титик Шаваха, значит, любые виды поношений, притеснений вайшнавы, они готовы потерпеть. Они очень милостивы, их милостина переполняет их сердца Сухарида, значит, не надеясь получить что-то от кого-то. Если саду хочет даровать какую-то милость вам, мангала, значит, Сухрид. И вот у них нет врагов. Даже во сне вайшнавы говорят очень сильно, строго. Но это значит, что у них больше милости. Но кто-то думает, что кто-то, если говорит строго, то у него нет никакой милости. Но это неправильно. И вот у них нет никаких врагов. Это невозможно. Они никогда не думают, как наш Тулсидас. И вот ему сказали, но он сказал, что ну что, кто-то там оскорбляет вас, что недостатки вас находят. И вот, а тот сказал: «Хорошо, я хочу построить ему баджан-кутир рядом с моим, поскольку я сам не могу найти свои недостатки и недочеты. Он может указывать мне на недостатки, я буду их исправлять и стану совершенным».
point out, this is my fault, you can go on pointing out. You are fault, you fault, you fault. Okay, really, it's my fault. I can rectify myself. Bhajan means что такое bhajan? Bhajan – это исправление наших недостатков, и поэтому не нужно стремиться находить недостатки в других, а должны их искать в себе, исправлять, это более практично. И вот Туласидас говорит, я построю бхаджан-кутир для него, и пускай он живет рядом и находит все мои недостатки. И у меня будет возможность исправить их и стать лучше. И вот вайшнавы, они не чувствуют себя оскорбленными, когда кто-то указывает им на что-то, как вот Гуру Махарадж один негодяй назвал Каништа Бхакты. Но Шрила Пури Госвами Махарадж сказал, что я думал, что у него вообще нет никакого положения. Он, по крайней мере, подтвердил, что я Каништа, и вот совершенно не разгневался. Srila Madhavendra Paripad is such a devotee who never wanted to beg chapati. But to speak about chapati, meal, he used to take meal without asking, without expectation, without asking if somebody some milk. И вот Srila Madhavendra Paripad, он никогда ничего не просил ни у кого. А принимал только молоко. Если кто-то приносил ему молоко, он принимал. И вот у него было все собственности Каупина, мала и емкость для воды. Больше ничего не было. И вот Харидас такого хотел уединиться в пещере, но слава о нем распространилась по всему миру. Кто не знает имя Харидас такого, Намачарья Харидас такого, лучший, вечно лучший, наивысший титул он получил, Намачарья. И вот Харидас такого он никогда не ожидал никакой протишки, и поэтому, когда он был оскорблен Рамачандра Ханом, он никогда не ожидал. Он не был как-то оскорблен никак, не почувствовал себя оскорбленным, даже на открытом собрании Гопал Чакравати. Wanted to speak the glories of Harinam, but the man was very angry. Speaking, you see, he is emotional. He's emotional speaking. This is the word. Speaking to Haridas. Emotional. By Harinam, huh? Only by chanting Harinam and get everything. Foolish. И вот на собрании какой-то браман начал возмущаться, что говорит Харидас такого. Он говорит, что только воспеванием святых имен можно достичь всего. А тут часто говорится, что нужно совершать аскезы, яги, там то, все, пятое, десятое. И вот начал поносить, на чем свет стоит. Но Харидас Такур был спокоен и сказал, почему вы не верите. А другие начали возмущаться на его такое отвратительное поведение. И вот Харидас Такур выслушал свое, но не разгневался ни на каплю и сказал, почему вы не поверите мне? Это в шастрах так описывается слава святых имен. И вот собрание разошлось, и народ начал причитать, что этот браман совершил вайшнава парадху, что случится теперь с нами. И вот и Харидас Такур сказал, не беспокойтесь, у него нет веры в Харинам. Поэтому он сказал так. After that, within three days, he
И потом этот браман заболел проказой, и нос у него сгнил, поскольку он оскорбил Харидаса Такура. Если он еще ему сказал, что если ты не докажешь, что Харинам имеет такую славу, то отрежь себе нос. И таким он бросил такой вызов Харидасу. Это было оскорбительно. Но в итоге он сам заболел проказой, и нос сгнил у него. И вот этот браман, он оскорбил самого Харидаса Такура, который уважаем самим Махапрабху. Ну и в итоге заболел проказой, и нос, руки, ну, начал гнить заживо. И вот Мадхаванда Пурипат никогда не ожидал Лабхи Пуджи Пратишти, но я... И вот потом Гопал Шинаджи был обнаружен в лесу. Абхишек был совершен, и Юктавараги, и тот самый Мадхаванда Пури, который никогда не просил молока, но тот же самый Мадхаванда Пури, он служил Гопалу, и у него было в хозяйстве 10 тысяч коров. И это зовется Юктавараги. Гопал сам явился к нему во сне и сказал, что нужно сейчас жарко, нужно чандан и камфора. И я тут в лесу нахожусь уже много лет без всякой заботы. И в итоге Гопал дал наставление ему, чтобы тот пошел в Южную Индию и принес чандан и сделал пасту из этого чандана, смешал с камфорой и нанес на его тело для того, чтобы он охладился, Гопал. И вот Мадхаванда Пурипат пошел через Кхирачару Гопинатх, дошел до этого места. И вот там царь местный захотел помочь ему. И все панды тоже, они очень богаты были, они тоже захотели помочь. Чандан дорогой очень был. Особенно настоящий чандан очень дорогой. Еще этот настоящий чандан очень ароматен. Если вот кусочек положить сюда, то аромат его по всей комнате распространится. И вот, взяв этот чандан, камфору из Пурушоттам Дамы, он собрался нести это во Вриндаван, но он не подумал, он же старый человек, и столько чандана, как он вообще поднимется, не то что понесет. И вот он пытался поднять этот мешок с чанданом, но эти цари дали ему еще на носильщиков, чтобы они несли этот чандан. In his return journey,
И вот на обратном пути он решил зайти в Римуну, там, где Кирачура Гопинат. Вы не были там слушать Харикатху, тоже не меньше, чем посещать святые места. И вот мы уже знаем Гопинат. И вот все знали, что Гопинат украл Кир для него, и вот ночью Гопал явился к нему во сне и сказал, что тебе не нужно нести весь этот чандан и камфору до Вриндавана, поскольку тело Гопинатха и мое тело не отлично. Почему бы тебе не предложить этот чандан Гопинатху? Я очень счастлив и доволен тобой, поскольку ты принес этот чандан, но поскольку я не отличен Гопинатху, ты можешь предложить его мне. И вот он проснулся, поговорил с Пуджари, все были удивлены и были готовы. И вот так они организовали чандан-ятру, каждый день они терли чандан и предлагали его телу Гопинатха. Намазывали этот чандан на все его тело в этот месяц Вайшак. Во Вриндаване, если вы посмотрите на чандан-ятру, вы будете удивлены. Шьямасундар-мандир. Каждый день сколько килограмм чандана. И вот такая, ну, тяжелая достаточно работа, этот чандан тереть. И вот 21 день непрерывно этот чандан труд и наносят до последнего дня этой чандан-ятры. Вот она 21 день продолжается и предлагают телу Гопинатха, и Мадхавина Пурипат находился там все это время. И мы слышали то, что Мадхавина Пурипат, он оставил свое тело там, там есть Баджан Кутир его. Мадхавина Пурипада много раз я был там, совершал парикраму, совершал киртан. Много раз я был там, там его Баджан Кутир, Мадхавина Пурипада и люди, местные пуджари, преданные бхакты, они говорят, Мадхавинда Пурипат оставил свое тело там, и там его самадхи. И в итоге, вот он оставил свое тело в этом месте Кирачура Гопинатха. И таким образом мы получили эту чандан-ятру, и с тех пор этот фестиваль, он очень прекрасен. В храме Джаганатха все, каждый следует этой чандан-ятре. И вот эта чандан-ятра началась с Джаганатха Баладева Субхадрани. Летом вот пришли. И они, в общем, в этот 20 день они ходят на Нарада Саровар. Там они катаются на лодке. И лодка вокруг, там, вокруг этого. Ну, в общем, мандирчика на Нарада Сароваре плавает. И во время чандан-ятры можно видеть лилы Гуранги Махапрабху. И там есть вот изображение этого. И в течение 21 дня это чандан ятра происходит. И вот посреди
этого пруда, Нарадасаровара, там храм построен, не такой небольшой достаточно. И потом, в конце, после того, как они покатаются на лодках, они заходят в этот храм Джаганнатха, Баладев и Сабхадра, и там едят. В общем, там много подношений предлагают Джаганнат. В общем, едят фрукты и прочую еду. Часто это затягивается до 10, до 11, до 12. И когда Джаганнат собирается, часто очень поздно, вот он опять садится на паланкин, и его везут назад в храм, и так каждый день происходит. Это великолепно. Великолепная Бхава Джаганнатха. И вот Джаганнатха, он ходит в эту лилу на Нарадасароваре в форме Мадан Махана. Джаганнатха, вот он в форме Мадан Махана выходит, являет эту лилу. Не все знают об этом, что есть Мадан Махан в Джагнат Мандире Баларам и Субхадра. И вот сейчас, сегодня очень благодатный день, поскольку в этот благоприятный день Сатья-юга, началась. И вот Сатья-юга началась в этот день, мы знаем, Сатья-трета два паракаля. И вот так они меняются друг за другом. И сегодня тот день, когда Сатья-юга, Трета-юга, два Парикали, вот Кали кончилась, и Сатья-юга начинается. И вот сегодня день проявления, день начала Сатья-юги и положение звезд. И вот это день начала Сатья-юги в этот конкретный день. Не только это, но также барли. Это овес или что-то? В общем, зерно какое-то появилось. Барли по-английски. А овес, по-моему, или ячмень. Ячмень появился, вот барли. И сегодня бхакти. Шоуда Ашрам Госвами Махарадж явился сегодня, он очень возвышенная личность. И вот он
родился на территории, которая отошла Бангладешу. Я написал книгу, его биографию. Один из его учеников попросил меня. Я показывал вам изображение. И сегодня день его явления. И вот он был очень ответственный относительно его гурусева. Никакого тщеславия, ложного эго не было у него. Он мог говорить на английском, на хинди, на бенгале, на всех языках очень хорошо, хорошо. И вот и он был назначен этим огородником выращивать овощи в саду, огороде. Но, хотя не знал ничего об этом, но не был таким, в общем, не деревенский человек он был. Но Шрила Прабхупад, чтобы проверить его настроение, он дал ему такое служение, он исполнял его как мог. И после этого он был назначен настоятелем мадрасского матха, мадрасский матх. Он был основан несколькими преданными Шридхарой Госвами Махараджем, Мадхава Госвами Махараджем, Бхакти Шаудашем, Госвами Махараджем. И вот они по указанию Шрилы Прабхупады проявили такую инициативу. Но сейчас ситуация поменялась и плачевная стала. И вот сейчас суть в том, когда Шрила Прабхупад ушел по указанию Гуру, по желанию Гуру Вайшнавов, он открыл храм здесь. Рядом с Хулагатом, напротив Шивмандира. Потом он из Гургради Махараджа отошел. И вот он не был заинтересован в том, чтобы принимать учеников, хотя был очень аристократичен, элегантен и образован, но учеников не принимал, и, но все же немного, несколько человек получили посвящение у него, но далеко не все поняли положение Махараджа, получили посвящение Махараджа или нет. В общем, недостойные ученики. В общем, какие-то бестолковые ученики совсем были. Вот если на английском услышат, то, что говорю, могут обозлиться. Вот, но приняли они посвящение или нет, это еще большой вопрос. И вот Махарадж, в общем, не было у него никаких учеников, по сути, но у Махараджа было огромное влечение к Навадвипдхаме. Он никогда не уезжал с Навадвипдхамы, он здесь совершал свой намбаджан. На берегу Ганги, как во сне. И вот он сорвал на Навадвипдхаму. Очень прекрасно все вокруг. Но в то время не было такое. Это. Ну, в общем, народу столько не было и такого беспорядка, как сейчас. Вот 25 лет назад с нашего храма я ходил на берегу Гангу, был везде джунгли. Все было спокойно, никакого хаоса не было, шума, гамма не было.
несколько людей там уже ходили, вайшнавы все, посторонних не было. Вокруг шакалы ходили. Это 25 лет назад всего было. А сейчас все застроили везде, там шум, гам, народу, куча отелей всяких и прочих мест. Но Махарадж не хотел никогда уезжать, и в итоге он открыл один храм на Дамдаме. Нигде аэропорт, а с другой стороны, где? Ну, около это. В общем, в том районе Дамдам. Дамдам это район Калькутты. Около железнодорожной станции Дамдам. И вот он открыл один храм для проповеди. И вот он был очень образован, выглядел представительно. И что случилось? Он не был заинтересован в том, чтобы принимать учеников каких, а кто будет служение совершать. В общем, некому было там служить, и он оставил свое тело очень быстро. И вот он по приглашению Шрила Мадхава Госвами Махараджа, Шридхара Махараджа, он ездил с ними куда-то на проповедь, и я хотел объяснить шлоку, ее значение. Я не успел в тот день рассказать. The fundamental qualities, countless qualities, this part. After that I told the main Baba of mine, he never wanted to stay without Sankirtan. И вот наш главный, главное. Even if it is heaven, still I don't like to go. Where Bhagavan Nam Sankirtan is not there. Najatro Vaikuntha Katha, where there is no Harikatha of Bhagavan. В общем, он всегда совершал Санкиртан и не мог жить без Санкиртана. So, Najatra Vaikuntha Katha Sudha Paga, where there is a no nectarian flow, where there is a no nectarian flow of Harikatha. И вот там, где не протекает нектарный поток Харикатхи, я не могу посещать такие места. Big festival. Guru Vaishnava enjoying Chandan Yatra, Rafi Yatra, Stan Yatra, all nice Janmashtami festival. Vaishnavas there together, dancing, singing, doing festival. They are organizing festival. Pure devotees. So where there is no this kind of festival, no Janmashtami, Radhashtami, no Chandan Yatra, no Snan Yatra, why? I don't like to go. И вот Вайшнавы организуют прекрасные фестивали Чандан Ятра, Снан Ятра, Радхаштами, Джанмаштами. А на небесах такого нету, и что толку быть на небесах, если там нет таких замечательных праздников. Where there is no
Преданные, они украшают даму. Преданные, они буквально орнаменты этой дамы. И если нет преданных в даме, то что толку от нее? Люди, приезжающие в даму, они ищут саду. Но если нет саду в местах паломничества, то что толку от этого? При посещении мест паломничества это есть встреча с саду. Это суть паломничества. Если мы куда-то приехали, не слушаем харикатхи, а просто видим какую-то борьбу и конкуренцию, что толку от этого? Мы хотим встретиться с таким саду, у которого нет ни запаха, даже запаха какой-то корысти, у которого нет. Мы хотим слушать прекрасную харикатху. Если меня пригласят на небеса, то я откажусь. Я хочу быть в Навадвипе, на Голоке, в чем-то по-настоящему духовном. И вот здесь Суреш, что значит? Суреш значит Сулока, царь Ним, Сураиша. Полубоги, царь полубогов буквально. Суреш — это одно из имен Индры, даже на небесных. What is the stroke? I told you, sir. Jeva muise kito sohidartha Jani shudiham tarabhati kesu Gehesu jayatma jarati matsut Na priti yukta javadartha shaloke Bah, so nice. So nice, Luka. But speaking, Jeva muise Ришабхадев. Speaking. И вот Ришабхадев говорит перед своими перед сотней своих сыновей. Те, кто развили огромную любовь и стремление ко мне. Те, кто не хотят жить без Бхагавана, как в случае с Гопа Кумаром. So, Jeva Mui Ishe Kita Sukhida. Gopakumar was appreciated. Gopakumar was appreciated by those Gopakumar был одобрен теми, кто живут на Тапалоке. Они спросили его, чем ты не удовлетворен, что тебе надо. Он сказал, я хочу встретиться с Джаганнатхом. О, ты настолько удачлив,
такое великолепное настроение. Твои чувства столь великолепны, ты достиг успеха в своем баджане. И вот он сказал, что я хочу отправиться в Пури, чтобы увидеть Джаганатха. И те, кто развели огромную любовь ко мне, и те, кто не заинтересованы ни в каких, общественных отношениях, но те, кто, в общем, устали от всех этих материальных связей. Наша цель жизни — не наслаждаться жизнью, совершать харибаджан. Мы живем для единой цели, чтобы Гуру и Вайшнава и Бхагаван были довольны нами. С этим настроением мы живем жизнью домохозяина или саньяси или еще какой-то, но мы должны делать все, чтобы Джаганат, Джагадиша был доволен нами. Сегодня я произнес прекрасную шлоку, Шрила Прабхупада часто цитировал. И в этой шлоке Прабхупада Сарасвати Пад пишет: те, кто заняты кармой, делают какой-то баджану, цель их жизни — карма. Кто-то из них принимает прибежище в гьяне. Кто-то думает, что гьяна более важна. Что делать без гьяна, без знания? Но бхакти, на самом деле, оно выше всего. Бхагаван говорит в Гите: нет ничего более важного и чистого, как чистое знание, знание, связанное с бхакти. Это знание, несомненно, не значит майвадское безличное знание. Мы должны быть очень осторожны. И вот но мы не заинтересованы ни путем кармы, ни путем гьяны. Мы хотим быть как
те, кто несут падаки Гуру Вишнава. Это наше подлинное отождествление. И откуда вопрос сложного эго может возникнуть, если я пойму эту шлоку? Я хочу думать о себе, что я тот, кто несет падаки Гуру Вишнава на своей голове, даже Кришна. Смотрите, он носил деревянные сандалии Нанды Махараджа на своей голове. Бхагаван Шри Кришна, он нес. И вот даже спросил, сказал, что забыл свои сандалии где-то там. И Кришна с радостью побежал, положил их себе на голову и принес. И был очень доволен. Смотрите, каково настроение Кришны, если мы сможем понять наше положение. Это наше положение. Мы не будем критиковать никаких вайшнавов. Это будет невозможно. И что может быть более важно, чем 100 подлинных вайшнавов? И я очень счастлив, очень удачен. Я в своей жизни встречался с возвышенными преданными. Я не знаю, как я развил такой опыт. Есть некий секрет, кто-то думает, как, поскольку благодаря общению с ними, искренне говоря, все старшие преданные, они говорили со мной. Я был достаточно молод. Вот, наверное, Нанда Баба мог часы за часами говорить со мной, рассказывать свои воспоминания. Бхарати Махарадж тоже часами говорил со мной, Шанта Махарадж рассказывал о воспоминаниях, о том, что было раньше, Шрила Бхакти Валлабха Тирта Госвами Махарадж, наш Гири Махарадж, Сагар Махарадж, Тривикра Махарадж. Все старшие преданные не говорили о своем опыте со мной. И это было очень просто для меня слушать и запоминать все в форме их воспоминаний. Если я буду говорить о Састра Сиддханте с длинными шлоками, это сложно для понимания, но если я буду говорить о моем практическом опыте, что случилось вместе с Сиддхантой, то это гораздо проще для восприятия. И это особая возможность, которую я обрел в своей жизни. Я не знаю почему, даже Сагар Махарадж, который пришел на путь баджана всего в 8-летнем возрасте, перед тем, как оставить свое тело, достаточно давно, когда бы он не встречался со мной на разных праздниках, фестивалях, харикатхи, Сагар Махарадж был здесь, и я вот рядом с ним. Они более старше, более... опытные, чем я. Им было уже там около 80, а мне было где-то 35-36. И вот они любили меня, разговаривали со мной, делились своими воспоминаниями часы за часами, и это была великая возможность для меня обрести, запомнить все это, впитать суть баджана. И вот я просто говорю харикатху, если кто-то чувствует себя оскорбленным, то что делать, поскольку моя обязанность утвердить сиддханту, это наставление Шрилы Прабхупады в том, чтобы мы говорили харикатху, и
утвердили Сиддханту, и это его указание я исполняю. Я хотел еще много чего сказать, но времени мало. Сегодня тот день, когда наш Бхакти Шрода Ашрам Госвами Махарадж явился сегодня в этот прекрасный день. И мы хотим обрести милость его, и Мадхавинда Пурипада тоже. И вот на сегодня конец. They are accepting Harikatha as an optional subject. Everybody is going to accept Harikatha as an optional. Не все искренне слушают Харикатху, некоторые слушают как что-то дополнительное, ну, как не обязательные предметы, поэтому не все продвигаются на пути баджаны.